Всем привет! Сегодня я буду играть в такую игру, как Слизарио. Это довольно распространенная игруха. В нее многие играли и играют даже сейчас. Итак, заходим в Слизарио. Ждем. И вот мы зашли в Слизарио, пишем свой никнейм, какой захотим. Слизарио. Так, пишем. Подвисает чуть-чуть из записи, ну ладно. Виталий. И нажимаем play against AIDS. Так, и так нам сразу попадается в руки такой здоровый червячило верзила. Ой-ой-ой, какой здоров. Здоровый червячило. Ну, привет. Ну, на тебя откушу. Скушу я кусочек твоей жизни, блин, откусил. Он от меня откусил. Ну ладно, продолжаем. Даемся. Ага. Рубаем тут все. Опа, какой здоровый верзила. Окей. Бомбит. Но это не страшно. А, кстати, чуть не забыл. Даже совсем забыл. Подписывайтесь на канал. Там выпускают нормальные такие досики нехилые. И в скором времени хорошие осики, хороший респект. Итак, играем. Простите за звуки на заднем фоне. Простите. Нет, пока еще шумоизоляции. Но в скором времени она будет. Ой, блин, верзила. Остали. Какая там уже попытка? Пятая, наверное, может, даже шестая. Так. Опа, разворачиваемся резко. А тут моя жрачка, не трогать. Не трогать, я сказал. На-на-на-на-на, не трогай, моя земля. Окей. Хотите месиво? Будет вам месиво сейчас, большое месиво. Будет вам месиво. Месиво хотите, да? Месиво? На, вот вам месиво. Меня бомбит, меня очень сильно бомбит уже. Бомбить я просто не сдерживаю матов. Просто вам это не слышно. Ну и хорошо. То, что вам это не слышно. Моя еда. Верзилы меня бесят, которые носятся вот со скоростью 100 км в час, блин. И меня сбивают постоянно. Вот. Ну это моя вина. Ну да, признаю. Ну чё? Игра же. Так, вот, за мной какой-то Делблокс или как его? Блин, Детокс. Какой-то Детокс. И этот Детокс меня поразил. Так. О, какого верзилу заморили. Ау, ты меня слышишь? Ау. Аум-паум-паим. Оп. А. Колбасер колбасит снова. Пум-пум-пум.
колбасер. Ай, блин. Сейчас разберемся, короче, с настроечками, и я вернусь. Итак, вот я разобрался, тут небольшие неполадки были. Сейчас можно нормально играть. И к тому же у меня просто пересохло горло, и я не мог говорить. Уу, какая верзила! Годзилла, Мазила. Я Мазила, все, короче. Виталя, врубай режим убийцы. А, хрустим. Хрустим пачками. Все. О, первая моя жертва. Мясная моя жертва. Все, врубаем. Режим сама. Аккурат. Я просто их подрезаю. Подрезаю, как баблика. Кстати, заходите на мой канал, подписывайтесь, ставьте лайкосики, какосики, маракосики. Я люблю лайки. А вы? Пишите плюс в комментариях. Это было опасно. На моем канале уже есть два видео, но они погодятся на Android. Именно... Не просто GTA San Andreas там прохождение, а сам. Там есть видео, как установить этот самп. И один очень годный промокод. Промокод реально топовый и годненький. Мне нравится. Оп, ага, подрезал. Подрезал, короче, да? Не, маленькая лепешечка. Я думаю, что это? Не расту. Блин, да потому что я не выпил супер свое секретное зелье. Всё. Начинаем продолжать играть. Оп, нормас. Вот ты поплачешь за... Спасибо за просмотр, ставьте лайки, всем пока. Ладно, я шучу. Не уходи на видео, шучу. Ладно, сейчас вот проигрываю еще разик-два. Ну, не специально, конечно. Но еще разик-ка. Ну, это видео. Сейчас грану и все. Будем на этом заканчивать. Уж видео и так здоровенное какое получилось. Здоровенное, как вот этот червяк. Ну, на самом деле, я уже входил в топ. Входил на 8-е место. Было такое. И вот у него такой мелкий упепок. Блин. Я не матькаюсь в своих видео. Ну, раз что иногда, если выскакивает. Ага, чё ты до меня докопался, а? Докопался мелкий. Опа, я тут заметил суперцель. Суперздоровую. Ну, ладно, наверное, будем на этом уже заканчивать. Всем, кто понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Смотрите мою сестру Рулеву Дарью. Там пока нет видео, но она уже сегодня выпустит. Два или одно видео, точно. Мы только начинаем, начинающие как блогеры, не блогеры, не знаю, как это называть. У меня три уже будет, но она сегодня... Наснимаем еще. Ну, всем удачи. Ставьте лайки, как я уже говорил. И всем пока.